да? Да, ну, вроде нормально идет. Да не, ой, еще и подсек просто его. Еще и просто подсек. Ну ты че, дурачина? Зачем? Зачем ты? Ай. Тоже такой же, да? И тоже за чушку, за бок. Ну он, короче, это что-то выделывается, скорее всего. Ну, там что-то хорошее ходит. Где-то должен же быть крупный-то. Ох ты. Взял сразу же мелкий. Ну ты что такое? Мелочь атакует. Да. Вообще грещи. Дрин-дрин-дрин-дрин-дрин. Может приманку укрупнить? Операцию будем тебе делать, дружок. Отдай червячка. Ох, себя поймал. Иди давай. Не будем тебя мучить. Коряги какие-то есть, похожие на рыб, прижатые к дну. Друзья, всем привет. Во, вот, да, судочки стоят. Что, бросаем, что ли? Да, бросай, что. Я готов уже, у меня нет еще. Может мне жесткий хлыстик сделать? Далеко не буду делать. Потом, если что, поменяю. Было много сходов. Прошлую рыбалку. Может, из-за хлыста. Не пробивает. А судак не так активно бил. О! Все, вроде собрался. Достанем. Так. Че, блин? Я даже уже не знаю, на что пробовать. Но такой, как у тебя, не хочу. Хочу на Bass Day Tampax. Пробовать хочу. Так. Так, ладно. Эхолот будем доставать. Эхолот. Рыбачу с летним. Ой, с летним. С зимним эхолотом. Практик 6М. Практик 6М. Ладно, друзья, сейчас все установлю, рыбку найдем, начнутся подходы, буду включаться. Поиски, ветра нет, хорошо, можно парус, даже, ну, сейчас не скидывали, приманку видно хорошо. Ищем рыбу. Леща пока не видели. Сейчас поедем тут на кочке. Это место один раз уже проверяли. Вот. Сейчас будем проверять еще. Погнали, ты... куда? Ну давай около деревни еще здесь остановимся. Крупный? Не. Ура! Первая рыба. Опачки. Давай назад. Иди. Да, бабушку. Он, так он где-то это. Сначала, прикинь. Сначала промахнулся. Я чувствую, что трун. Я думаю, о, что такое, думал, глубина, что ли. Раз пробил, нет.
Какой? И что ты предлагаешь взять? Ну, я не знаю, тебе решать. Вот. Знаешь, по минималке-то сковородочный. Там еще есть. Там еще есть? Но да. Сейчас... Да. Я приманку свою не вижу, вот мне что обламывает. Все стоит. Он в глаз зацепился, все, он не жилет. Ну, он глаз выворачивает. Глаз. Глаз на жопу. Натянул. Да, глаз на жопу. Я вообще приманку. О, бля, смотри. Че? Смотри. Ой, нифига себе. Че это? О, еще живой. Живой. Смотрите. Нихрена себе. Это что такое? Это этот подкаменный, знаешь, такой некрасивый. Мне вообще он не нравится. Жадный-то чего? Тут только что. Да. И смотри, еще приманку это бьет. Значит, надо искать активного. Сюда кушает, да? Да. Кто-то полетел, но тоже... Этот надо? Не, какой там? Нормальный, съедобный. Да не, это штраф. Штраф, ничего страшного, снова идет. Штраф. Можно? Идет. Сейчас. Штрафной. Скотина, блядь, у меня перебьется. И удар хороший, прямо такой. О, зачет. Вот это. О, слава, подожди, Растрясется. Ну, ложи. Вот так вот, друзья. Шлепнул у меня. Первый есть хороший. Ну, съедобный, ну точно. Да блин, не крутись, ё-моё, всю приманку у меня. Да конечно. Да тихо. Вообще, это такое, как бы, блин, хрен вы меня возьмете, говорит. Активный парень. Активный парнишок, парнишонек. Вот такой вот судачок. Нормальный. Маленький. Съедобный, самый. Самый вкусный. Самый вкусный. Пошел в контейнер. Опачки. Очень нравятся мне эти контейнеры. Будем отцепляться. Будем отцепляться. Подполз? Нет, хорошо взлетел. Взлетел, ударил, взлетел, да? Прямо и прям щек так, знаешь, это уверенно прямо. Как положено. Как положено, как следует, да. Судаку. Подлетел, сразу взял. Да, детский саз, штаны на лямках, да? Опа, у меня тоже кто-то подходил. Да подождите. Тоже кто-то подходил. Там морда в чем-то непонятном. Че, не битая морда-то? А? Не битая морда? Нет. А, в этих-то каких-то, как этих? Белый. Больной. Опа, у меня подъем. Я твою мать, а я расцепить не могу. Нет. Есть. Хороший? Не. У меня только такие клюют. Ну, не обманывай. Да ладно, я так шучу. Можно мне эти ножнички? Я что-то свои... А, нет, все, Володя, спасибо. Ну как-то так. Вот там. Потихоньку. Там подъем был. Потихоньку, да? Потихоньку движется все. Все работает потихоньку. Тут еще рыба есть. Да, да, я вижу, у меня там ходит кто-то. Короче, надо трясти. Хороший? Да не. Штрафнина. Штрафнина. Как бы грубо это ни звучало. Только закину. Бах кверху. Щелк, удар. Ну мелкие. Еще. Ну мелкие судаки, да. Потом раз еще. Вообще кайфово. Опа, есть. Нормально? Да нет.
Рот закрой, мухи без тормозов летают. Отдай. Отдай. Вам возьми ножницы. Да ладно, я так уж все. Ох, там движуха, движуха там. Движняк вообще по полной. Танцы-шманцы. Летел. Пошел. Давай. Давай, шлепни. Как надо. Ох ты, смотри, и прикинь, около приманки все. И просто не захотел. Че, хороший? Ну, ничего вроде так. Подсак? Так, да? Вот так, да так. Это мне на стандартную. Да, ну так нормально, че? Да? Да, ну, вроде нормально идет. Да не, ой, еще и подсек просто его. Еще и просто подсек. Ну ты че, дурачина? Зачем? Зачем ты? Ай. Тоже такой же, да? И тоже за чушку, за бок. Ну он, короче, это что-то выделывается, скорее всего. Ну там что-то хорошее ходит. Где-то должен же быть крупный-то. Ох ты. Взял сразу же мелкий-то. Ну ты что такое? Мелочь атакует. Да. Вообще грещи. Дринь. Может приманку укрупнить. Операцию будем тебе делать, дружок. Отдай червячка. Ох, себя поймал. Иди давай. Не будем тебя мучить. Мелкие, да? Мелкие-то вообще у меня там, блин, как давай лупить просто. Да вообще, вон летают, все еще плавают. Больше это выебывается, а нет? Отличный. Так я его не чувствовал. Ух ты! Все хорошо. Ушел. Смотри, какой хороший. Глубина 6,60. Отдай. Тоже хороший был. Да? Как он? А, он двумя. Вот один отцепил. Есть, значит, тоже более-менее-то? Здесь, видимо, стоят. Ну, я скажу, поклевка-то такая, не очень. О, наконец-то. О, вот, друзья, вот такой красавчик. Здесь видно. Опачки. Хорошо. Вот, надо цепляться. Вот 5,8, вот как раз перед этим. Перед кочкой, блядь. Было, да? Да. 5,6. Может не опускать, может сразу переехать? Ну так смотри сам, давай еще. 5,5. Ну вообще-то у меня подъем. Ну, рыбач, значит. Опа, есть. Щука, наверное.
Я судачина. Вот это хорош, 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 парнишка. Вот это хорошо. Сразу же возьмем щипчики. Щипчики-дрипчики. Значит, нормально? Он просто полностью его съел. Да? Он полностью его заглотил. Ау! Бьется вообще неугомонный. Все, взял. Сейчас пусть хоть забьется. Все, пока ты достаешь, я переезжаю. Ау! Переезжай. Охренеть. Че? Такой шлифина, блядь. Смотрите, полностью просто. Че, есть тоже? Сошел, блядь. Половину он дотянул. Во, ребят, вот такой вот парнишка хороший. Ну, ты молодец. Сегодня я не рад это... Рад за тебя. Не грешил. Не грешил? Иринка на работе, не грешил. Возможности не было. Че-че-че. Думает, думает. Полетелось. Ой, есть. Вообще хороший. Ну, такой. Нормальный. Одним словом, тихо. Тихо. Тихо, Барсик. Я из-за тебя все руки уже перецарапал. Так что давай не дергайся, пожалуйста. Вот, тоже хорошенький парнишка. Они крупные, они главное крупные это. Сами как-то кверху идут, я говорю, не можешь сказать. Крупный, не крупный, знаешь там. Ну и как хорошо, что я тряпочку взял, а. Ой, там вообще опять это, танцы. Танцы, танцы, да. А? Да, вон один поднимал. Опять, малявка. Это что такое? Детский сад пошел. Детский сад, первый класс. Ну ладно. Хоть они не дают скучать. Да что-то он установил. А? Не, нехороший. Совсем нехороший. Остановил. Ну, я качаю, качаю, он тык стало. Я такой, раз качать, он не качается, раз подсекает. Спокойно не даст нам пообедать, что ли, сегодня. Что-то там бугрица, лещи, что ли, ходят. Может, леща? Щука. О, сегодня все. Весь разносол. На Ратли! О! Блять! Кто там сзади нас? Бальдина? Приятно. Щука, 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 щука.
Как я хорошо здесь спилился у тебя. Просто прекрасно. Покусала? Да нет, я больше-то это. Я этот имею, пучонка-то. Вот ты сейчас посмотрю. Вот ты какая вонючка. Иди давай в домик. Нет, опа, есть. Ничего себе. Это я ничего не видел, представляешь? Щука что ли, на щука, блядь. А нет, сюда. О, хороший. Обратил? Где? Есть что? О, есть, да? Так, парняга. Давай, в домик. Домик. А? Я не видел ничего, я начал вообще это поправлять, думаю, что там творится-то. Туда-сюда кочки эти. И он прямо запрыгивает в лодку сам. Рыба запрыгивает сам называется. Уже нет. А вот позаписывал, блядь, видео по 8 минут, блядь, забывал. Удалять, посмотреть не хочу. Ну давай. Могу такой. Угу. Что, хороший? Заёбушкой.